Богу доверился, Бог все повернул по-другому. Один татарщенок все смотрел, лежал, одноглазый. Где-то они там доставали что-то. Ну и пришли на семинарик, решили поросенка украсть. Сторож проснулся, он бы их и не нашел. А он высунулся и с ножом к этому к сторожу. И весь сейчас зарежу. Ну вот это поставили его вину, где 5 лет. И он лежал, все смотрел, и потом ко мне, а можно я вашему Богу буду молиться? Ну, молись, так. Заключенного для заключенного это старство, обязательно. И посадили. Поэтому Богу, если ты доверишься, я абсолютно точно знаю, будет не так, как ты думаешь. Страхи эти будут позади. Я сегодня слышишь память Иоанна Крестителя, величайший из рожденных женами пророк. Прославь Бога, что такой человек был, который никого не боялся, который жил в бедности, который голову положил на блюдо. Поели? Сейчас помолимся, доставай. Не спать. Говори, что хотела сказать. Простите, но Тимофея не доложили его вещи, потому что они где-то у него там завалились. Маечку и шортики. Понятно? Сколько наказывал здесь? И все остальные утром точно принесли. Так. Вчера наказывал, несколько раз поехал. Утром сегодня спасли. Все положили, все. Игнат Иванович, но причину-то надо объяснить. Мы не нашли просто, не нашли. Все переискали. Почему нашли, когда он уехал-то? Вот вопрос-то. Кого? Кого нашли? Нашли? Ничего не нашли. Вот тогда о чем вещей не нашли. Он потерял, может быть, их. Тогда я не понял. Я понял, что нашли после его отъезда. Не нашли еще. И все, больше ничего нет. Так что там за вещи, может, они слова доброго не стоят. Может быть, и не стоят. У нас было так, уезжают дети, и счета не хватает. Мы отпускаем тогда, пока он не сознается, что потерял сам где-то. А потом мы находим или в крапиве, где закажем, я не буду следить. Видите, вот когда где-то бывают, выступают, там Дмитрий Смирнов, он называется под часами. И они все время за лакированным столом и за часами. Так и нам говорят, у нас все главное, о чем мы говорим, когда выходим из-за стола или садимся за стол. У нас другой антураж. Но это нисколько не хуже, чем за лакированным столом. Мы стоим, веточки тут качают. Сейчас я пройду по камерам. По цели. Спит сколько человек и уплотнение будет, чтобы полностью было. У нас раньше было по 8 человек с воспитателем, по 10, теперь по 8 сделаем. И Любовь Николаевну попросим перейти к кому-то из женщин, потому что приезжают братья, нам некуда, а просто куда-то отдать. Они приехали сюда, они в деревню. Они начали вставать, будет другое время, ложиться, беседовать, не придется так. Никто никуда, все приезжающие к нам будут здесь, а которые члены нашей общины, они кого-то знают, где-то могут расселиться, если не будет места. И как только сейчас я осмотрю это все, и я беру Володю, гостей Сорокиных, и мы уходим в деревню по гостям. Там они зададут вопросы, познакомитесь. У нас тут кое-кого нету, кто-то в городе уехал, ну, жены дома. Сегодня вторник, это молочный день молочников. Они везут свою продукцию в город. Они этим живут.
Ну как они живут, потеряют все? Вот так и живут. Обувной фабрики нету, парикмахерской нету. Но живут и все есть. Почему земля? Вы посмотрите, какая земля. Больная женщина, ну, конечно, там дети приезжают. И увидите, что там есть в огороде. Что там растет. Одна она живет. И притом она не одна такая, а одинокая. И вы увидите, там все благоухает. Цветы, ягоды, плодовые деревья, в земле что растет. Вот так. Вопросы? Нет, нет. Поварам и накрывающим. Спасибо. Спасибо. Пройдите, кто старший, в какой келье. Сходите, оденьте. Пересчитай кель в одну полностью, забейте, а другая останется. Так, Никита, ты сейчас же перенести, перенести кого хочешь, я не буду выбирать. Сколько у тебя мест свободных? Два места свободных. Два места? Два места свободных. В этой келье кто? Тарас, Андрей и этот, Нестор. Так, где они? Не знаю, где они. Так, ну-ка соберите, кого назвали. Тарас, Андрей и Нестор. Все, переместите это в комнате, поместите сейчас, после комнаты. Они здесь лежат. А? Я здесь поселил. Мы здесь. Здесь. Ну, да. Что, вопросов нет. Так, я пошел в сердце. Yeah.